Всем привет, канал Агродвиж. Сегодня 4 мая, и мы проводим сбор томата. Вот, покажу, видно ящики с томатом, которые мы уже собираем, вносим. Вот этот томат, красноплодный томат Бастина, компания Сингента. Убираем первую кисть. Мы уже больше половины убрали первой кисти. Минимальный окрас — это вот такой томат, который мы собираем. Мы проводим выборку. Сегодня у нас суббота, 4 мая. Так, посмотрим, что мы собираем. Это первая кисть. Мы ее не красили. Сама созревает. И обломку листа на растениях. Убрали нижний. Убрали один лист. У нас оставался под первой кистью. Убрали отсюда. Вот. Убрали над первой. И открыли третью кисть. Вот убран лист. Вот, вот место его. Вот если видно. У нас остался лист под второй. Два листа под третий. Вот видно там спелые плоды. Вот оборвался один. Это Бастина. Компания Сингента. Напомню, что обработку гормонами — это фоны. Этилен не проводили. Созревает естественно. Вот там еще не собирали. Это уже у нас вторая выборка первой кисти на бассейне. Вот оставалось вот два плода. Вот был убран один, второй, три было убрано. Один, два, три было убрано, осталось два. Четвертое мая. Вот плоды. Наш томат в ящиках. Первая кисть, кое-где есть. Как там правильно? Гомогелевый цветок вроде бы называли его. Вот. А так, в основном, ну, хорошего качества плоды. Это красноплодный томат. На видео как там передастся, не знаю. Возможно, будет казаться розовым, но это красноплодный.